Путешественник Руслан Верин доехал на велосипеде из Аляски в Канаду, хотя из-за погодных условий некоторые участки своего пути он прошел пешком. Путешествие действительно началось около месяца назад. Несмотря на метели и холод, Руслан ночует в палатке, топит снег, чтобы получить воду. Цель Верина – проехать на велосипеде свыше 7 тысяч километров от Аляски до Мексики. Канал «Репортер», я уже в Канаде. Говорю немножко странно, потому что все замерзает. Я думал, что в Канаде будет теплее. Ну, конечно, теплее, чем в Заполярье, но и недостаточно, чтобы можно было раздеваться. Погода меняется все время. Вот вчера снег шел, ну, быстренько все чистят. Я сейчас нахожусь в городе Вайтхорс. Это столица территории Юкон. Что-то у меня с голосом, не знаю, пропал. Так, холодный воздух, я тут дышу. Вот. Это типа центральная улица. Маленький городишко, но безумно очаровательный. Также за плечами одессита велопутешествие по Африке и велопробег от Одессы до Сингапура.